Смена элит в районах и новые министры. Бизнес онлайн знакомит вас с топ-10 главных назначений и отставок 2014 года. Вслед за выборами в Госсовет РТ, после которых депутатский состав парламента обновился более чем на 2/3, прошла волна по смене руководителей муниципальных образований и районов. Первая и, пожалуй, самая громкая отставка городского главы в Татарстане произошла 18 сентября в Набережных Челнах. Василь Шейхразиев, передав пост экс-министру лесного хозяйства Наилю Мактиеву, перешел на работу в правительство республики вице-премьером. 20 сентября стало известно, что Арский район возглавил Ильшат Нуриев. Прежний глава Алмаз Назиров был назначен на должность министра лесного хозяйства РТ. 18 октября свой пост покинул руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Ленар Якубов, занимавший его с момента создания ведомства в 2011 году. Новым руководителем агентства стала Талия Минулина, до этого заведовавшая отделом развития государственной службы Департамента госслужбы и кадров при президенте Республики Татарстан. Одно из самых заметных для экономики Татарстана кадровых решений минувшего года – назначение 36-летнего Артема Сдунова на пост министра экономики РТ. Он стал вторым после Марата Сафиуллина главой Минэкономики, который имеет за спиной лишь научную карьеру. Пока Сдунов осваивался в кабинете Шаги Ахметова, тот занимался не менее важным делом. Принимал дела у патриарха банковской системы Татарстана Евгения Богачева, который 1 октября ушел в отставку с поста управляющего Нацбанка РТ. Одновременно с назначением Шаги Ахметова президент Рустам Миниханов произвел еще две довольно важные перестановки в правительстве республики. Глава Минтруда Айрат Шафигуллин возглавил Совет безопасности Татарстана вместо ушедшего в Госсовет Валерия Власова. В свою очередь Шафигуллина сменила Ильмира Зарипова, ранее начальник управления записи актов гражданского состояния Кабинета министров РТ. В июне в жизни ученых Татарстана произошло эпохальное событие. Избранием нового президента Академии наук РТ, экс-ректора КФУ Мигзюма Салахова, завершилась острая дискуссия о будущем татарстанской науки, начатая еще до ухода в отставку Ахмета Мазгарова. Формальной причиной ухода Мазгарова могли стать итоги проверки Счетной палаты. Более подробно ознакомиться с топ-10 главных назначений и отставок минувшего года вы можете на сайте businessgazeta.ru или по ссылке справа.